Ну и давай вспомним все, что было в эти 60 минут. Классный хоккей и шикарное начало встречи в исполнении уфимской команды. Начинается все вот так. Уже на 5-й минуте Ксения Тюрина выводит свою команду вперед после передачи Алены Зубковой и Елены Митрофановой. Ну, тут Митрофанова, конечно, классную передачу уже на пустые ворота делает. И одна из самых молодых хоккеистов в составе Агидели не промахивается. На 7-й минуте счет становится 2-0. Пофинтила на синий Шибанова. Бросила из не самой очевидной позиции, но бросила классно. Рикошет от лицевого бортика. Отскакивает шайба на ближнюю штангу. И Лучникова направляет ее уже в пустые ворота. Как Лучникова, луч. Как луч. Лучик да. Солнца выстрелил. Печникова и Шибанова в ассистентах. Но и это еще не все. На 11-й минуте Елизавета Роднова после шикарнейшей передачи Ольги Сосиной делает счет 3-0. Вот уже во второй половине стартового отрезка стали появляться моменты и у Ванки Рейс. То ли уфимки немножечко расслабились, поверили в себя, то ли китаянки добавили. И второй период в целом примерно равный по игре. Достаточно играли в большинстве китайские хоккеистки, но пробить Сорокину не смогли. Вот в этой смене два хороших момента у Ли Лам. Это уже четвертая шайба в этой встрече. И вновь посмотрите, какую передачу делает Ольга Сосина. Развернула всю пятерку соперника, выманила двух соперниц на себя и нашла на дальней штанге Елизу Роднову, которая оформляет дубль. Классный, точный бросок в ближний верхний угол, и рикошетом от штанги шайба влетает в ворота. В ассистентах у Родновой, Сосина и Баталова. Вот момент у Рэйчел Льянос. Тут Коржакова в падении сумела шайбу остановить. И были моменты, да, когда действительно было тревожно, и Денис Апиногенов это понимал. Это уже концовка встречи, это большинство Агидели. Как тут Баталова не попадает в ворота, непонятно. После этого Агидель заработала удаление и пошла игра в формате 4-4 впервые в сегодняшнем матче. И за 10 секунд до сирены Ольга Сосина установила окончательный счет. Тут уже она завершала комбинацию, получив шикарную передачу от Николь Луцик-Чубковой. 5-0. Шикарное начало сезона для команды Дениса Апиногенова. Для действующего чемпиона, на минуточку, если еще не успели забыть. Ну и, конечно, Ольга Сосина еще раз, в очередной раз показала нам, кто будет господствовать в турнирной таблице.